Добрый день, дорогие зрители канала! Сегодня с вами EasyNot, и в этом видео мы рассмотрим, будет ли работать беспроводная мышка в BIOS'е. Ведь у нас есть UEFI BIOS, который поддерживает мышку. Сейчас у меня мышка в Windows определяется и работает. Адаптер от беспроводной мыши подключен у меня к компьютеру с передней панели. При запуске компьютера нужно нажимать клавишу F2 или Delete. У меня эти самые клавиши отвечают за BIOS. У вас может быть другая клавиша, которая отвечает за вход в BIOS. В итоге мы вошли в BIOS и теперь попробуем управлять нашей беспроводной мышкой. Беспроводная мышка работает, друзья! То есть в BIOS можно управлять нашей мышкой. А я думал, беспроводная мышка не будет работать, но в итоге все работает. Если у вас есть беспроводная мышь, то вы можете его подключить к компьютеру и управлять этой самой мышью.